Ха, всем привет! С вами 5P74. Мы продолжаем играть King's Bounty. Как вы помните, в конце прошлой части мы наконец-то нашли свиток с атакующей магией по площади. И я потом еще проплыл чуть-чуть сюда, отхватил этот корабль. И что мы нашли здесь? Проклятых призраков. Но пока что ладно, я их не буду брать. Подожду, пока такие призраки закончатся, или где бы мы могли их выложить. Ну что, давайте дальше исследовать наши берега, моря. Сюда, туда, сюда. Черное око. Немного слабее. Ничего себе, немного слабее с драконом. Так что здесь интеллект. Что-то мне атаку и защиту не дают. Я уже 11 уровень, у меня все 4-6. Это какой-то бред, полный бред. Ночные операции. Темного ряда суток, ночью, вечером в подземелье. Все отряды в армии получают бонус к атаке и защиты. О, это неплохо, бан. Еще можно. Ладно. Не будем торопиться. Одного пока раза достаточно. Так, что здесь? Кто здесь? Капитан Черный Глаз. Привет, судья путник. Привет. Какой-то необычный у тебя корабль. Еще бы, вот только я бы с радостью применял его на самое пошивокоренное пройду. Мой корабль, тут мое проклятие. Я бы хотел услышать твою историю. Понимаешь, когда-то я со своей командой наводил ужас в свободных морях, едва завидев наши паруса, даже самый грязный отчаянный из пиратов бросает бегство. Мы топили корабли, грабили и сжигали города, против нас ополчились все. И вот однажды они наняли колдуна, который проклял нас. Теперь мы днем. Мы обычные люди, корабль нас обычно ночью превращается в призыв. Всякого призыв, все наши грехи, тяжкой нож обрушены. Да, приятного мало, веселого у вас ночи. Заведовать нечем, это точно, мы сполна расплатились за все совершенные деяния. Быть может, ты можешь нам освободиться пока, разве это возможно, что он нас сделает? Нам может помочь... Коллективное отпущение грехов. Индульгенция. Их выдают храму и священникам тем, кто искренне рассказывает о своих грехах. Павел Златовласка, наша искренняя действительность. Если ты сделаешь, я дам тебе рубин, перед которым несет ни одна девушка. Вознаграждение рубин Анги. 2500 опыта. Ооо, чувствую, задание будет жестко. В храме усопших душ машинских тут. Еще 2000 золота мне дал. Не хочу с драконами связаться из-за того, что... Или попробовать. Ладно, давайте посмотрим на них. Черный дракон. По сути, самое сильное существо в игре. В принципе, он один. 980 терний. А, ну это тернии войны, да? Терния войны, так и есть. Что я могу сделать? Замедлить рыбу. Магия на дракона бессмысленна. Грифон, можешь атаковать эту терню, пожалуйста, для меня? Конечно! Съешь его! О-о-о-о. Хорош удар, терни. Давай, призрак. Или все равно тебе надо тратить. Куда это ты так намылилась? Ах ты сволочь. Что-то он как-то коротко пролетел.
Ну чё вы множитесь, ксерокопии вы мои. Так, зеркало боли. 153, неплохо. Подождем. Ну сколько можно-то? Терния же не может, да, засыпать. Тогда пусть рыба поспит. Че у него защита от физики? Добей его. Что у вас тут развелось? Я же уже сходил. Зачем я это сделал? Зачем же я это сделал? Кто-нибудь скажите мне на милость. Поджигай! Так. Пусть монах принимает на себя удар от терни. Долбали. Грифон, спасибо тебе. Ах ты сволочь. Отдыхай. Придется замедлить. Отойдем, подождем. Хорошо горит. Ам! Тупая терня, чё радуешься? Так. 11, 3. Сюда. Трех глазов потерял. Как-то незаметно так. Эти грифы меня напоклевали. О господи, что такое с ним? Или он так осветился? Так, кстати, о птичках.
карта наша. Ты случайно не это место? Вот же здесь вроде. Должен быть клад. Ну да, вот оно засветилось. Алмаз, чистое око! 50 тысяч. Охренеть. Выкинуть. Вырехнули, что ли? Польза от этого алмаза это одна. А тот нам 20 тысяч средний брат предлагает. Аж 50 тысяч. Неплохо. Нет, 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 нет. Нет, еще раз нет. Так, сейчас обогнем остров, посмотрим, что с той стороны. А там глаз всего лишь немного слабый. Я думаю, без проблем справлюсь. Что здесь? Копай. Получил этот глаз, чтобы не нападал неожиданно. У меня даже призраки вышли из-под контроля, я их умудрился только набрать. Я думал, здесь кто-то живет, здесь никого нет. Я тут долбился, долбился головой. Мы же продолжаем счастливчика искать, надо не забыть. Жеборода. Блин, у меня ярости выше крыши. Может попробовать предметы улучшить. Пока ярость есть. Конечно, не самая лучшая идея, но все же. Спасибо. Змея-то тут при чем, я не понимаю. Так, как бы пошоколаднее бы так. Можно, конечно, до 26 докопить. Вообще, конечно, улучшение предметов самое лучшее, когда вообще огромная армия имеется в запасе. Призрак вышел из-под контроля, бежим. Смотрите, он не бьет этого призрака, который вышел из-под контроля. Видимо, он только наших атакует. Сейчас посмотрим. Нет, всех подряд бьет. Сразу. Такой, я чую, я ничего, я нормальный стал. Да блин, они же против магии защищены. Эти башенки. Я их 3 часа буду долбить своими злобоглазыми.
Ладно. Но надо как-то ярость потратить куда-то, пока она у меня не исчезла. В таком важном, архиважном, архинужном бое. Жалко, у меня ожерелья нет, которое позволяет сдерживать накопленную ярость. Там на 50%. Ух ты, огненный шар. Ну прям стали давать магию, которая бьет по области. В принципе, имея огненный дождь, уже огненный шар, в принципе. Ну, огненный шар, он чем лучше, тем, что у него урон в центре сильнее, этот равномерно по всем, он за туманы меньше. Урон 235. Здесь... Педро Моралес. Карамба, у меня в доме гости. Где-то у меня была припрятана бутылочка на 2 сервизочки. Садись, дорогой, на камень, поехали поговорим по душам. Надо же гостеприимство какое-то. Ну, просто спросить, у вас что на продажу. Говорить с радостью. Хочу тебе рассказать историю, которую рассказывают уже многие годы, но никто не мог проверить. Правда, это есть такое варварское божество – Канатос. Ходят слухи, что в начале времен не особо сильный, еще менее популярный бог Канатос пришел к варварам и попросил принять его, как верховное божество варварское было поднятое на Иисус уже. Когда Канатос схватил за голову, с ним оторвал и оторвал голову шурму варваров и прямо без головы принес убивать и перебывал варваров. Звонят спасение, хоть легенд, что голова хранится где-то у них на алтаре, они приносились. Интересно, интересно, обнимайте, смотреть на варварских стоянках. У нас же были где-то варвары там. Что за интересный островок. Амелимидас. Ты стоишь у входа в подземелье, который спрятан под башмаком могущества титана. Я Амелимидас, служитель культа титана. Всего за 1000 монет я могу впустить тебя в настоящее подземелье титана. За одну монету расскажи что-нибудь еще из истории. Мне бы хотелось получить что-нибудь из истории Эндори. Эндори была третьим, Скрэг и Перти, да, все понятно. Давайте, зайдем внутрь. Понимаю, сейчас в музее хозяин читает отряд орков под Бдекхара. А ты надеешься то, что раз орков присоединяется своим творцам, как вы можешь очистить музей от них? Я пока загляжу, найду что-то интересное. Что-то уже орки и музей в какой-то из серии я встречал. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Кому-нибудь навалять, пока у меня ярость вот ходит. Равный по силе. Отлично, иди сюда. Хотя надо было вон там того с дубиной. Давайте так и сделаем. Попробуем сначала с главным, наверное. Ну что ты, давай иди сюда. Вот он стоит. Слабый! Бдекхар. Что ж ты такой слабый? Я-то думал, ты будешь вообще тут такой, прям весь при такой. Ты, оказывается, слабый. Ты кто? Ты бегун. Я их постоянно путаю. Так, что же на вас колдануть-то такого эдакого?
Стрелков-то нету, в принципе, можно подождать, а можно... Ладно, подожду. Побежали. Так. А, вот с этим. Я призрак, и мне все пофиг. Давайте призрак ускорим. Да черт, он опять из-под контроля вышел. Он вышел из-под контроля. Берегись! Зачем я его тогда? Блин. Ладно, извини, призрак. Тебе придется впасть. У рыбы моей побывать. Такой призрак. А, кто тут? Кто тут меня обижает? Сколько я могу? 68. О, притык. Сейчас его кто-нибудь ударит, и он опять станет. Молодец. Хорошо встал. Мама. Черт. Еще ускорен. Блин, что же делать-то? Сколько урон? 41.3. Давай как раз. Своих атакую, с ума можно сойти. Ну что-то вот не рассчитал я. Отдыхайте, ребятки. Подальше надо улететь просто. Пока. Ау. Да, не зря чувачок слабый. Ой-ой-ой, вышел из-под контроля опять. Бейте призрака. Вот это. Да, надо призраков тогда убрать. Пока эти неплохо справляются. Вот, кикосяк, наконец-то. Увеличенный урон. Отлично. Убили этого. Давайте 60 оставим для ровного счета. Что, тут больше ничего нет? Немного сильнее и равно по силе. Ладно, подерусь я с этими двумя.
столопами. Можно будет выбирать. Что-то я подумал, ну этот отряд орков, который справа был в бане. Там этих орков, ой, гоблинов, которые в рукопашке дерутся. Да хренищ. У них еще скорость быстрая, они все подбежали. За 2-3 удара моих лучиков всех завалили. Ой, интеллект опять. Да ё-моё, чё мне все интеллект? Мне атаку надо. Немного сильнее. От тех, кто был равны по силе, там одни стрелки были с катапультами, гоблины стрелки. Вот их я без проблем убил. У меня аж там 77 призраков набралось, пришлось их убивать. А что-то вот этот отряд справа, там эти гоблины какие-то, они жесткие. Не буду я их трогать. Потом, может. Ты знал, орка из нашего музея, и пришел сразу с вестями. Или же я могу помочь тебе чем-то иным? Всего за 1000 монет я могу взять. Орка больше нет. Отличная новость, теперь я смогу остановить музей. Правда, время на это уйдет очень много. Держи свою награду. Кстати, а ты знаешь, что архитектура тебя имеет, и тебе сход с эльфийской? А, да, вряд ли ты был уволен. Спасибо, на эльфе еще успею поглядеть. Слушай, а для скидок, кто музей вашего от орков очищает, случайно нет? Скидок не предусмотрен. Но раз ты помогаешь, открой вход за 500 монет. Нет, не надо. Я уже там все изведал. Так, что дальше? Остался, в принципе, вот этот остров. Вот 6 из 30. Купить бы, конечно, не мешало бы. Здесь что? Здесь есть что? Могила какая-то. Неизвестный солдат. Ладно. Поселение варваров. Еще одно. О, еще белые медведи. Берсеркер. Неплохой типок, но неуправляемый. В этом и беда. Ой-ой-ой, я думал, ты наш. Сильный. Я даже не знаю, что будет делать сильным таким. Тьма, легион. Не, ярости-то нет, хотя... Ай! Пожалуй, я с другой стороны зайду. Ну-ка. Может, ярости гладно, да подерусь с ним. Что здесь? О, какой-то... Этот на необитаемом острове. Монте Родригес. Крайне сочетный человек обводит остров не... чего не видящим глазом. Похоже, ему очень плохо. А-а-а. Что снова случилось? Извини, едва могу говорить, моя команда выставила меня здесь и у плана. У корабля Хопри. Что это они так поступили? Карта, проклятая карта, толкнула их на бунт. Гномы попросили привезти сокровища, много дней мы не могли найти клад, и мои люди забунтовались. Эй, ты еще слышишь меня? Не вздумай закрой глаза, слышишь? Найти клад, я не знаю, где он зарыт. Если найдешь, то отнеси верхний Хадар. Таверна каменные дарила, вот она, эта карта, ищи хоть ты удачи. Какой с миром, капитан? Нет, капитан. Слезы титана. Это, короче, клад
в этой в Орлане острова Грифонов. И что самое интересное, я первый раз, когда играл, я думал, он на островах Свободы находится. Я тут все перерыл, просто уж благо в интернете потом почитал. И главное, нигде это не написано, что где и как его надо искать. Так, ладно. Власич. Мы еще счастливчика не нашли. А вот, кстати, и замок. Вот, кстати. Развалина гай какой-то. Надо будет обогнуть с другой стороны. Слабый. А, ну вот, сейчас я вот так проплыву и здесь высажусь. Заодно эту кровь. Что ж, заплываем в эту бухту. Последнее место, которое нам осталось разведать. Так, откуда начнем? С самого главного или... Или вообще откуда-то можно высадиться? Давайте здесь посмотрим. О, вот и рыжая борода. Йоу-йоу-йоу! И бутылка рома, как Санта-Клаус. Каким попутным ветром занесло тебя на острова, юноша? Не проходи мимо, поболтай со старым пиратом. Как там на большой земле-то? А что, по мне так сразу не знаешь, что я новичок? Эх, юноша, я на этих островах родился, прожил всю жизнь и сдохну здесь же. Ух, я-то знаю, какой отпечаток эти чертовы камни оставляют на людях и нелюдях. Уж не тот ли вы известный пират Рыжебородый, которого я ищу? Уж не знаю, кого и зачем ты ищешь, но меня называют Рыжебородым чаще, чем по имени. Ты сначала скажи, что нужно тебе... От него, может, и впрямь тебе я нужен. Я подскажу, что ты можешь знать, как отыскать счастливчика Джеймса. Счастливчик? Кончилось его везение, сынок. Попомни мои слова. Конечно, знаю, как не знать. Если мы с ним, почитай, соседи. Как губернатор ему хвост прижал, залег он на дно. Разрази его ром. Многие его хотели бы с ним поговорить. Я на этот остров от того и перебрался, что здесь этот мерзавец прячется. Шахты его здесь... Промышляет он добычей, ряд драгоценных самоцветов в рудниках своих засел, есть у него ходы, тайны, разные дела горят. Значит, говоришь, он здесь шахту прячет? Спасибо. Подожди, ишь, горячий какой. А как ты собрался мимо стражи пройти? Думаешь, никто про те рудники не знает? Там же золото, самоцветы, тайна, логащий свящик. И так просто туда не попасть. Ну, слово сказать заветное. Пароль. Давай так, договорись, ты поможешь мне, а я помогу тебе. Передай счастливчику от моего имени черную метку, а я уж тебе слово тайное скажу, чтобы тебе храм пусть идет. Хорошо, давай свою черную метку. Когда насчет того, как тебе войти? В общем, скажешь, что продукты привез, у тебя потребует слово пароль. Пропуском тебе станет слово креветка. Я уж давно наблюдаю за русской кушать. Что за пожелание мне удачи, я пошел. Креветка? Ну-ну. Так, что мне там в журнале-то написали? Передача. А вот и охранник. Ну давайте зайдем. Человек Джеймса. Стоять, куда прешь? Не видишь здесь личный владелец? Проход дальше нет. Посмотрим, ход в шахты счастливчик Джеймса запрещен. Я привез продовольствие, я этот, как его, креветка. Что-то ты задержался, креветка, давай тебя ждем, давай проходи, сейчас открою. Помню, ты креветка. Нет, я лангуст.
Ого, тут гномы у них шпарят. Опять подняли суточные норы, это свыше гномьих сил. Эй, гном, если я нападу на тебя, ты и твои собратья поддержат меня? Ну-ка отойди, с рабочей извини меня, пока что им плохо, уже ухожу. Нейтральный отряд. Жаль, счастливчик здесь не появляется, ведь бы его только я уж ловчился за эти годы киркуми-то. Что за непохранное уровень? Неужто ли не использует труд новых работ? Как только я ударю первый раз маршер, беги, что из своих предупреди. Так, ладно. Фига у них тут. Стоят надсмотрщики хреном. Здесь что? Три кристалла. А вот, наверное, здесь этот шашлыпчик. Собирать тут всякое барахло. Так, и внизу есть что? Эй, братва, братва, здорово! Ни хрена тут чего ничего нет. Давайте я счастливчик. Чувствую, битвой пахнет. Так, а метка, кстати. Момент какого-то пиратского ритуала. Не то вызов на дуэль. Не то какая-то еще хрень. Еще бумаги разрушения бы неплохо было бы. Ну что? Заезжаем. А вот и счастливчик. Плюс одна защита, 300 лидерства. Так, кто это так долго разыскивал, что припашал всю пиратскую брать? У меня за Залаваска, а ты, как я понимаю, есть тот самый счастливчик Джеймс. Верно, так меня называют. Проклятие красные медузы. Знаешь, Златовас, какой вопрос и себе постоянно задают. Зачем ты меня искал, тресень, твоя селезенка? Я тебе дорогу вроде нигде не перебегал, да и ты меня не знаешь. С королем Дрёнском меня ничего не связывает. Нашептали мне, значит, что у тебя есть карта гномовата, нет. Попроси меня один человек, чье имя называть не буду, должок с тебя взять, и должок немало. Надо же, краски искать сокровищ. Выбиваем долгов, знаешь, Марио, ты меня запомни, крыса сухопота, что я никому ничего не должен. За все долги я давно уже расплатился. Нашептали мне, знающие люди, что есть у тебя карта гномовая. Вот они-то мне... Карты, говоришь, карта у меня есть, будь я прок, надо этих... Никому себе, будь ты хоть рыться по сокровищам, хоть сам король. Мы с тобой никак не догонимся. Ну а чего же, раз они тебе нужны, то ты наверняка заплатишь за них немало денег. Мне нужно, ну скажем, 100 тысяч. И даже не думай торговаться на окончате, пожалуй, не подлежишь. Таковой мой бывший кок. Ученый, надо сказать, был человек. Жаль, что ушел рыбу на кулак. Да ты что, совсем спрятал? Дорого за бумагу. Видать, непростая эта бумага, раз так нужна. Верная мысль? И гном мне непростой этот нарисовал. Разживышка его вот на среде. Вот уже знаю, что среди рабов гнов, вставляемых мне гнилым хэком, окажется такой самородок. За два дня мне эти карты вычеркнут. Где же он замрет заживо шахт, чтобы потом было ценные сведения выдавать. Теперь, когда запас моих рудников истощается, смогу выкопать на туннеле гному добраться, так и ценить. Гнилый хэк, говоришь? Уж не главе древенской работы, ты рабов покупаешь, интересно. Сдобыть 100 тысяч золотых. Да вы что, издеваетесь, 100 тысяч золотых? К черту карты, я к тебе пришел по поручению Рыжебородова. Тысяча голубых каракатин все-таки добрался до меня. Что тебе нужно?
Ты уже и так понял, черная метка. Ладно, давай сюда, я читу закон морского брать себе не трону. Проломитер хренов. Чертов. А если я помогу тебе решить проблему с рыбом? С тобой можно иметь дело. Когда с акулами потрохами, если ты прикончишь эту ублюдка, ты получишь свои карты, что ты хотел. Все свое везение, если не сдержу себя. Ну вот и договорит. Какая у него армия? 8, 6, 10. Блин, мне бы ярости. Армия-то вроде не такая сильная. Я его интеллекта боюсь. Интеллектуал он хренов. Вот ты сволочь. Куда напугался Феникс? Ты бей этого. Так. Пушкодрала. Не зря его, да? Давайте, ребята, кто первый на меня? Я ж призрак, мне все пофиг. Бедный лучник. Чё я вам сделал, пацаны? Вы чё? Совсем что ли обалдели? Я же обычный лучник, такой же, как и вы. Да ладно, умри, рыбёшка. Так, адский косяк, 21. Один, да? А, он книгу вызвал. Я думаю, что там? Страшно. А, книги ж все пофиг, да? Она сделана из мяса. И пока этот адский косяк дождешься, пусть ядом их травят. Так, ладно, Феникс, ты пока побежи. Так. Лучок, я всех выстреляю. Как хорошо они мрут. Книжка. Пока. Пират уже не знает, куда податься. Да ты охренел, что ли? Вот сейчас призрак вообще хороший. Ой, у меня его 69. Надо его, чтобы конкретно шибанули. Так, чтоб ты далеко не бегал. Нужно, притомил свою птицу. Пум. Ай, блин. Не посмотрел я. Не посмотрел.
Без разницы. Огонь на огонь не действует. Ну на тебе черепушка. Ты тоже что ли не действует? Не вообще никакая магия что ли не действует? Странно. Ладно, придется добить. Ой-ой-ой. Бейте призрака срочно. А, он выходит из-под контроля, бейте призрака. Да не меня же, призрака бейте. Призрак, прости. Твою ж мать. Сколько можно тебя убивать? Так. 4, 3, 31. 31. Тебя что-то слишком много. Ерунда. Сейчас пойдет тоже змею бить. Ну конечно. Ему призрак нафиг не нужен. Походу. Умри. Шесть, девять, четыре. Так, ладно, 6 змей восстанавливаем. Одного себя 4. А, зря. Вот и все, вот и ваш весь счастливчик. Интересно, может рыжая борода проще было бы с ним подраться. После штурма вы осмотрели все комнаты и подвал замка. Странно, ценности золота вашей войны не нашли, не так уж много всего, на пару тысяч монет. Позже все ценно счастливых хранят в другом месте, следуя обетам. Плодин часть денег вы отдали храма вознеси хвалу бога. Так, что там у нас? Все-таки мы взяли карту. На этой карте отмечен подземный шахт подхода. Отлично. То есть, что-то испугался. Солдат вашего имя в замке не осталось ни единой живой души. Чайный обыск всех помещений под вас замка ничего не дал. Все. Ладно. Ой-ой-ой. Сразу получились на нас ребята. Ну они слабые, ладно. Что ж, придется выбираться через подземелье. Через эти отряды. Но думаю, они нам особого вреда не нанесут. И дал ей посильнее. На этом я закончу, пожалуй. Встретимся в следующей части уже. До скорых встреч, друзья.